А ты что, ты? Боже, ми хочемо вільну Україну, хочемо вільну від корупційної влади. Ми хочемо, щоб ми жили за європейськими стандартами, щоб ми не боялися виходити на вулиці і казати те, що ми думаємо. Ліва, ми з вами! Пришли сегодня на митинг в поддержку Януковича. Потом здесь администрация собирала митинг. Никто не вышел без его поддержки. Пусть он знает, что даже Донецк отказался от этого ката. У меня слов нет. Там дети стоят. Они везут военных. Вы знаете, что собирали бюджетников в области? Да. А как вы просите где-то там? Люди отказались выйти. Вышло несколько человек. И облдеж администрации стало стыдно, и они сделали вид, что они отказались от митинга. На самом деле просто люди не вышли, им все поперек горла уже стоит. Даже если кто не поддерживает Евросоюз, даже если кто не хочет туда, но они видят, как мы живем и как живут они. А скидки вы знаете, что люди відмовились? А вы здесь працюете в бюджетной установе? Я не работаю там, но многих знаю. А, ну, я люди рассказывали. Школа. Из образования, из медиков. Люди отказываются выходить. Добро, я скажу, что у нас нет. Тобто резолюція вчора була прийнята, відставка президента, відставка Кабміна, розпуск банформування «Беркут», розпуск Верховної Ради, мітинг триває.